Это я. Мне кажется, пришло время всерьез что-то поменять в своей жизни. Почему? Ну, во-первых, я крыса. Согласитесь, не очень-то мне повезло. А во-вторых, у меня практически абсолютное обоняние. Мука, яйца, сахар, ваниль, ломтик лимона. Вау, и ты все это чувствуешь? Да ты гений! Это Эмиль, мой брат. Его легко удивить. Ну, унюхал он все эти штуки. И что? А это мой отец. Он никогда не удивляется. Он вождь нашего клана. Чем же плохо иметь абсолютный вкус и нюх? О, нет, нельзя это есть! Ты чего? Что происходит, сынок? Оказалось, что яблоко пахло крысиным ядом. И вот тогда папа перестал считать мой дар бесполезным. Я сначала очень обрадовался, но папочка придумал мне работенку. Чисто. Да-да, причисто. Проверять, не отравлена ли еда. Ах, и чисто. Чистая красота. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Неважно, ладно.